беру вот эту схемку. Вот тут микросхема 74H00. Вот ее даташит. Вот ее, как я понял, output current, выходной ток из любой ножки, как бы. Вот максимальный, как я понял, плюс-минус 25 миллиампер. А потом там стоит транзистор D882. Его даташит вот. Базы ток 1 ампер. Так, значит, при токе 25 миллиампер он может полностью не открыться нормально. База пиковый ток 2 ампер. Почему-то пишет коллектор base voltage 5. Вот, а почему не эмиттер base voltage? Вроде бы как обычно пишут. Или я что-то подзабыл. Значит, ему не хватает тока, чтобы он нормально открылся. Вот тут через 2 ома резистор идет. И тут еще идет через диод на минус. У диода падение где-то напряжения этого. Где-то 0,5 вольт при очень малом токе. И при токе 1 ампер, думаю, будет где-то 1 вольт падения напряжения. Поэтому уже больше 1 вольта на базу это не пойдет. Еще одна вещь, почему этот транзистор не сможет нормально открыться. Вот Гер 308 там. Посмотрю его даташит. Его ток 3 ампера. Вот он на 1000 вольт. Вот 1,7 вольт падения напряжения. Это, ну, вообще для транзистора где-то хватает 1-2 вольта, чтобы он на базу, чтобы он полностью открылся. Но тут 1,7 вольт. Можно сказать, может и нормально. При малом токе будет где-то, может, 1 вольт, 0,7 вольт падения напряжения. И вот тут идет вот стабилизатор напряжения на 5 вольт. И от него идет перемычка вот. И она идет через резистор 4 кОм, идет на базу транзистора. И поэтому это как бы на базу получается 5 вольт. И потом, когда вот это ген включается, он подает на базу, этот транзистор закорачивает и прекращает. По идее, как бы тут должен быть резистор и должна прекратиться идти питание вот тут вот. И
и как бы должен пачками работать этот транзистор. Но на самом деле тут он не сможет его приглушить, этот транзистор, вот эту базу, ну когда качель тут будет работать. И он будет постоянно, вот этот транзистор, работать. Но он будет иногда слабо запускаться. 5.3.2.0.0 или как, 5.2.0.0 транзистором 20C5.2.0.0. Поэтому, чтобы он сильнее запустился, вот тут автор поставил перемычку. Тогда будет постоянно идти плюс на базу, и он будет нормально будет запускаться и работать. А вот этот транзистор, так как вот на базу очень слабый ток идет, и он не сможет нормально полностью открыться, и вот эта перемычка, он просто не сможет ее закоротить. То самое, что как бы он там, как будто там резистор какой-то стоит, и он будет просто греться. Какие там, может, 100 Ом резистор как будто тут будет стоять, когда он включится, этот транзистор. И поэтому тут никаких пачков не будет. Тут то самое, можно эту микросхему вообще выбрать, и он будет постоянно работать. И по идее то самое будет.